Здесь сосны среди берез. Для атома город возник. Демидовской хваткой живет. Работу свою ни на миг не прекращает завод. Центральная публичная библиотека нашего города традиционно вовлекает подрастающее поколение в активную творческую деятельность через большое количество конкурсов разной направленности. В этот раз подвели итог сразу 4 конкурсов, прошедших в рамках большого смотра творчества Новоуральского городского округа. У нас будут награждаться победители 2 поэтических конкурсов «Урал. Земля золотая» и «Отзвуки гармонии святой». Также будет награждаться конкурс видеороликов «С чего начинается Родина» и творческий конкурс «Что значит патриотом быть». В конкурсах исполнителей поэтического слова наградили около 50 человек, которые прочитали стихотворения эпохи Серебряного века, уральских поэтов, а также произведения собственного сочинения. В числе награжденных Елизавета Ермакова, которая поделилась с нашей съемочной группой своими впечатлениями от прочитанного стихотворения. Это стихотворение мне напомнило наш пруд любимый, вот стеллу, которая на круговом движении. И все, что ассоциируется у меня с землей. Как отметили организаторы, в таких конкурсах важен не результат, а то, насколько глубоко дети погружаются в смысл прочитанного. Удивляет и воодушевляет обычно процесс, когда дети читают стихи, маленькие или большие, неважно. Они это делают от чистого сердца, и они это делают очень талантливо. И просто удивляешься, насколько много у нас таких детей в городе. Также завершен и открытый фестиваль любительских фильмов «С чего начинается Родина». Его формат позволил заявиться всем желающим, поэтому конкурсное жюри отсмотрело работы не только новоуральцев, но и жителей Москвы, Новосибирска и других городов. Кстати, в составе жюри были журналисты Новоуральской вещательной компании, которые, осмотрев все работы, учредили специальный приз. За позитив, за любовь к городу и дружбу наградили сплоченную команду школы номер 57 за ролик «Моя малая Родина». Предложили снять этот ролик для конкурса. Мы решили с классом сделать. Мы любим свою школу и город. Остается добавить, что цель всех конкурсов едина – воспитать у молодежи чувство патриотизма, а значит, обеспечить нашей стране достойное будущее. Виктор Малышев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.